Аида. Спасибо. Молниеносно, оказывается, там на первом этаже. И вот, видите, две французские не катехи, а как они называются? Манго. Мушрумсы. А, поняла, ага. Вот. Хорошо, от меня-то, от нас будет сегодня, наверное, да, здоровский. Как считаешь? А запашка до этого не было? Был. Ну, не такой? Не такой. Ну, там с пачанами просто передел. Чего ты? С пачанами. Пел. Попердел. О, я общался и параллельно и пил. Ну, все, поняла. Я уже как бы убралась, но... Ну, видишь, какие у меня эти, так называемые, говнодавы или что-то такое. Ага. Вижу. Но они скользкие, капец. Я вчера шею что-то не свернул себе. Сегодня, может быть, ногу открытым переломом, прикинь. И ходил бы хромой. Пердел бы. А так по чинам интересно. Интересно ты, кстати. Я им интересна? Нет, ты интересна. А, я интересна, да? Чем? Собой. Собой. Ну ладно. 3,5 месяца. То, что что, ты не пил? Не мылся. А, не мылся? Да, ты вообще, я, в принципе, к воде не прикасался, кроме головы. Ну, а как, нормально тебе 3 месяца ходить? Я потом стал покрываться красными пятнами какими-то. Кошмар какой-то. Не, ну это жестко, 3 месяца не мыться. Мыть на все 1101 уже. Это было, это 2019. Чего еще раз расслышал? Я мытый на все 100. А. 3 месяца эти уже в прошлом. 3 года назад. Дарина, будьте осторожны. У Кирилла гнойный спит. Повторяю, гнойный спит. Замечательно. Бафнемся. Звучит не очень, если честно. Но я запомнила. Это так, на всякий случай. А ты как считаешь, да, что хуже, хламидии или гонорея? Вот, ну вот на звук. Хламидии на или звук? Да, вот хламидии или гонореи. А? Нет, нет. Что хуже, на звучание ты имеешь? Да, да? Ну да, на звучание. Гонореи. Звучит. Хламидии, ну как? Ну что? Что вот более такое? Я, ну, 3 года тоже назад где-то вот как раз таки да, там было случайно. Случайно антибиотики потом пил 10 дней, блин. Кто-то меня знает. Какой я национальности? Я наполовину русская, я наполовину азербайджанка. Но считаю себя русской, потому что выросла в России, менталитет у меня русский, и все, короче говоря, как по-русски. Фамилия, отчество, все русское. Тебе Дарина в папучку засунет 3 пальчика. Петрушка, тебе Дарина в папучку засунет 3 пальчика. Петрушка. Тебе Дарина в папучку засунет 3 пальчика.
несешь, все заруинил, будешь сегодня снова гнойного душить в туалете. Да гнойный, по-моему, Моргенштерна овнит там во все. Нету блядских поступков. Он просто отморозок. Уши людям откусывал. В него стреляли. В ментовке срал и пиздил толстого грека. Но приготовься к приключениям. Ага. Ну, почем не говорю. Давай, Батём, хорошего вечера. Спасибо. Очень хорошее заведение, вам понравится. О, мужчины, дамы, всем пока. Непривычно такое, что кто-то рядом. Нет, это непривычно такое, что кто-то рядом. Ну, непривычно. Водички не хочешь? Веджелинг возьми, Дариночки, поесть. Кто? Послушать хочешь? Да, давай. Есть что-нибудь? Паста есть? Дарина Филиппова, сладкая девочка. Алла, я в бар. Дарина Филиппова, сладкая девочка. Алла, я в бар. Дарина Филиппова, сладкая девочка. Есть скрепки, конечно, есть просто запуски. Давай пасту. Давайте пасту, да. В Амстердаме на Гейской улице. ЛГБТшной улице в Академии. Там Цезарь был весь мясной. Зубы сделали, разъявленные. Не, вы сидите, мы с ним заходим, ходим в Сляпрямо и на Филиппе походу, пиздец. Мой там, сам Жан, мой там Жан. А чего не устроился, я не знаю. Мэл... Я его первый день вижу. Я не знал. Давай, давай, Серега... поделился со мной добром и позитивом. И мне это по кайфу. А Сереге реально, если вы видели его в реале, вот кто-нибудь, кто встречал, лично для меня Серега это как лучик, луч. Действительно, вот, доброжелание. Серега абсолютно безобидный мужик. Абсолютно. И, ну, главное не быть, не выёбывать. Не спорить. Девушка, мужчина интересуется, с кем вы там общаетесь? Я не в порядке. Это стрим какой-то. Я с молодым человеком. А что такое, ваша? Это нет, это какой-то стрим. Уголок? Вот молодой человек, вот как сейчас слушай, сейчас только общение там текстом. Да, тут люди пишут, тут скрин. Он просто... Бегалай, знаешь, что такое? Я не знаю. Я не знаю. Сегодня присунешь ей, сделай ей свой фирменный кунилингус. Ой, Дарина, ты Дарина, встань, Дарина, у куста, покажи-ка мне, Дарина, эрогенные места. Раз Дарина на курорте замутила с медиком, привела его к себе, оказался педиком. За кустом стоит Жигуль с кавказской пропиской. Каждый день в машине той Дарину нашу тискают. В темном углу стоят те самые бутылки и ждут своего часа. Пока они весело общаются и улыбаются друг другу. Где-то в СИЗО отваливается одна гнилая нога и обосывается старый вор. Где-то у берегов Греции умирает в нищете и безумие старый друг. Пока улыбаются.
друзья и зубы делаем. Это глотки слышишь, как мясо. Что, зубами? То же самое, что и с поясами. Выбери, какие пояса. Все. Дарина, как тебе Кирилл? Нравится, только честно. Поедешь к нему на чердак? Дарин, как тебе Кирилл? Нравится ли его чердак? А ты не знаешь, мое пристанище или что не видела? Если там... говорю, я не знала, кто ты такой. Зашел в парикмахерскую, вот так снимаешь. Я стою и думаю, ты один снимать или нет? Че мне, куда мне деться, а? Я говорю, вышел просто, чтобы меня снимали. Я говорю, ладно, смотри, бесполезно. А по тебе было видно, что ты выйдешь. Ты была в параллель, скажи, полностью в обслуживании. Не была бы права, по факту. По факту, да. Вообще, выпивши, я не пьяна. Ну, я иногда думаю, что на самом деле очень веселые люди, которые не сильно пьяны. Очень веселые с ними. Это все значит, что они рассказывают. Там прямая трансляция. О, салют. Это где ты сидишь? Это на ютубе. А, я думала, это твоя жена там сидит. Нет, это моя девушка. А, девушка? Я думала, жена. Ну, может быть, будущее. А? Может быть, будущее. Да, с Дон Симоном. Вот так, дядька вот такой. Не, это другая девушка. Что за Дон Симон? Я не понимаю. Я, короче, Дарина, стоящим с Дон Симоном. Да ладно, разберемся. Все понятно. Сейчас. Стоящим с Дон Симоном. Ладно, разберемся, все понятно. Сейчас. А стоящим с Дон Симоном. Она сказала, что у нее красные дни. Выходи курить и не возвращайся. Бля, это, кстати, стрёмная хуйня. Нахуя ты напомнил об этом, бля? Ты мне скажешь, зачем ты об этом напомнил, бля, почём? У тебя было или ты, цулочка? Скажу, что у меня травма психологическая об анальном сексе. Вытащил помидорку. Мне этого хватило. Не наелся. Стой. Не кушал. Ну, вот там, скажем так, кожурка. Бля, кошмар какой-то. О, горячая еда, нельзя. Извините, пищи.